Всем привет! Сегодня мы хотим с девчонками снять челлендж. Он будет называться... Угадай, что у тебя во рту, да, будет так. В общем, нужно будет закрытыми глазами взять сладость какую-то, которую я им предложу, и засунуть ее в рот и сказать, на что же это похоже. Им прислали много разных сладостей, которые они, наверное, даже еще не ели. Нет. Поэтому будем... Пробовать. Вместе с вами. Да. Я сейчас буду готовить им. У меня здесь стоит... Сейчас покажу сколько. Целая коробка. Так, что же? Никто не подглядывает. Я, наверное, буду всем одинаково ложить. Сначала одно все пробуют, потом другое все пробуют. Угу. Так будет, я думаю, лучше. Интересно. Да. У каждого же вкус разный. Сначала понюхайте, чем это пахнет, и скажите, давайте. Сейчас, подождите. У меня запах такой. Какой? Яблочный. Возьмите, будьте, понюхайте. Да. Томми, дайте. Вот в руки возьми. Пахнет медом, пахнет. Медом пахнет. Попробуйте. Яблоко, арбуз. Нет. Типа дыня и арбуз. Типа такого, мне кажется. Все? Желтый арбуз. Все. Арбуз. Самая верная была Долина. Это была дыня, наверное, с медом. Можно открывать глаза, посмотреть? Да, можно открывать глаза, посмотреть. Это было бы... Дыня. Да, это дыня. Была Долина. Долина угадала. Молодец. Так, проживали. Может, вам воды наливать? Налить еще? Ну, нам запить. Где у вас кружки? Вон. Вот так. Ну, вкусный. Мне сначала показалось, что это арбуз. А это вкусный. Да, как раз было сразу в моей упаковке. Петь. Хочешь? Много еще приняла. Вкусно. Так. Вкусно. Готовы? Кисленькая была. Да. Буду стараться что-нибудь необычное выбрать. Мы почти там ничего не пробовали. Закрываем. Да, кроме шоколада. Город засыпает. Просыпаются сладкоежки. Тома, закрывай. Так, что же у нас тут будет? Что-то кажется черное, очень темно-фиолетовое. Да, да. Он все-таки светится. Можно знать, нюхать. Потом я тебе сейчас ручку дам. Вот, я что-то у него нащупала. Это что-то... Шоколадная пробуйте. Что это? Закрывайте глазки. Так, кому-то одному попадется кое-что очень интересное. Да, мне интересно. Сразу две руки. Так.
Эльники, бельники, гели, вареники. Не знаю, как это дальше считать, но будет. Эльники, бельники. Оп, оп, оп. Нет, давайте так. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе гнить. Женька, руку давай. Женя, ну руку вот так, как будто тебе положить надо, вот. Ты что? Сейчас тебе дала. Не открывай, не так что. Подожди, Женя, не пробуй. Подожди, только думай пока. Жулика какая-то. Нет. Нет, Саша. Женя, пока не пробовать. Следующая. Вкусняшка. Эники, бэники, ели, варь. А, я же не знаю. Вышел месяц из тумана. Раз, два, три, Саша. Я не знаю, у меня такое круглое большое. Пахнет вкусно. А, сейчас покажу, что у Саши. У Саши вот такая штука. Это желейка какая-то. Так, следующая какая-то такая. Мне разбирается. Раз, два, три, три. Ого себе. Что это? У тебя это же... А у нас у всех разные. У меня беда, разные, да. Да, у всех разные были. Тома, ручки давай. Я даже не представляю, что это может быть. Я тоже не знаю, что. У меня это не сказал. Так, кто первый будет пробовать? Я. Я первая, сегодня я первая пробую. Давай, Женя. Пахнет вкусно. Саша, что-то жидкое, это может быть глаз? Глаз? Это вытекает глаз, наверное. Это желейка со вкусом яблоки, там внутри прям яблоко. Ну, а Женя, открывай, посмотри, что ты ешь. Это что? Это был... Никто больше не открывает. Футбольный мир. Голубой себе. Так, давай. Саша, пробуй. Это хоть вкусный? У тебя что? Ты уже на ощупь поняла? Да. Что это? Бульки. Бульки. Томочка, теперь ты пробуй. У меня мячик, смотри. Тома, теперь ты пробуй. Что это? Со вкусом яблока. Вкусно. Кисло? Кисло? Что это, червяки? Да. Да. Дарина. У меня футбольный мяч. Это что-то клубничное? Похоже на сосиску. Там что? Я не уверена. Ну да. Да. У меня кровать? Да. Мячик. Это сосиска. Ой, я как. У меня вот на большой мячик. Так, сильно не кричи, там сок спать упадет. У меня вот на большой мячик. Такой. Давайте закрываем глаза. Закрываем глаза. Я открываю. Вкусно. Сосиска. Я сразу не поняла. Вот это я держу, и другое. Я хотела попробовать. Вкусный, Саша? Кислый бульки. У меня тоже было яблочко. Внутри? Да. Так, каждый, давайте ручку. Ну, это было очень классно. Это что, это шоколадная конфета? Пробуйте. Там пробуй. Это Нутелла. Это... Это шоколадка. Это, наверное, печенье такое, Нутелла. Нет, это шоколадка. Это шоколадка. Не. Типа киткат, но это... Твикс, блин, нет. Нутелла это. Да, правильно же. Бывает. Я уже несколько раз открыла. Да, мне казалось, это другие. Что? Мне понравилось это. Какие? Вот они. Да. Нутелла. Едят такие глаза, и потом такие же глаза становятся цветом. Ладно. Саша, руку. Пока на ощупь думай, что это.
Женя. А ты готов? Тяжелая такая. Не, у меня что-то жалеет. Мне тоже что-то жалеет. На, а на это, понюхайте. Нет, ну пахнет вкусно. Чем? Яблоком вроде. Зелененький такой. Яблоко. Все, яблоко. Это кукленное. Ну, с орехом. Ты еще не попробовала, Том, подожди. Типа какого, ну, пахнет чем? Апельсином походу. Пробую. Это конфета какая-то шоколадная. У меня палка. Какая-то. У меня шоколадная конфета с вкусом. Да, у меня желейка с апельсином. Сая. У меня шоколадная как конфета. Как называется эта конфета, Тома? Можно глаза открывать? Да. Я же говорю, шоколадка. Рафаэла. Это кукуруза. У меня шоколадная конфета с темной начинкой. Да, это у тебя литр спорт. Литр спорт маленькая. У меня вот такой был. Нет, я не сдала. А у меня нет, а у меня человечек. Так, ну я думаю, такое все интересное мы попробуем. Что-нибудь странненькое нам даст. Нет. Все, можно закрывать глаза. Да я думаю, тут больше-то и нечего попробовать. Ну ладно, давайте. Закрыли? Да. Давайте руки. Нюхайте, чем пахнет. Какой? Подождите. Желейка кока-кольная. У меня кока-кольная. Это кока-кольные желейки. Я знаю. Я не знала, что такое это аппетит. Я угадала. Они такие маленькие девочки, смотрите. Закрываем. Маленькая шоколадная комната. Закрываем. Что-то необычное будет. Наверное. Голос вкусный. Женя. Все подойдет. Нет. Ну да, какая-то шпейка. Нет, я чувствую, что это будет желейка. Мне кажется, я уже правильно была. Просто спрайтом чисто. Это конфета. Да, это сосательная конфета. Сосательная конфета. Женя права. Саша и Тома закрыла глаза. А я уже не могу открывать. Кто? Женя? Ой, блин. У меня сосательная конфета. Ой, что-то с сладким вкусом. А, это M&M's. M&M's. Ой. M&M's с печенькой. Да. Открывайте. Тома, ты еще не попробовала. Ну что это? Это конфета. Сосательная. Мне да, сосательная. У меня сосательная конфета со вкусом спрайта. Мяты. Мяты? Да. Я так сказала, что будет эта конфета. Я их куда-то положу. Ну, на тарелочку. Ну все. Все интересные сладости вы попробовали. Теперь я сейчас вам раздам. Кому бургер? Саш, ты уже пробовала бургер? Томми? Ты бургер пробовала? Да, да, Саша бургер. Все, теперь вот можно отделить. Вау. Нет, не бургер. Вот он бургер. Смотрите, как. Не готовы. Больно. А, нет, закрыли глаза еще. Еще надо что-то. Закрыли глаза. Закрыли? Да. Каждую руку вытянули. Это что-то необычное. Да, что необычное. Это какие-то маленькие конфетки. Да. Это что-то.
Главное, чтобы это не были другие. Те конфетки, которые там с памперсом, еще с чем-нибудь. Тома, стой, я тебя рукой пробуй. Можно уже поколоть? Нет, скажи, что это. Ну да, пробуй. Это тик-так, тик-так, с каким вкусом? С апельсином. Апельсин. Да. Я правильно. Женя, ты неправильно сказала. У меня вот такая вот сейчас пойдет. О, все. Сейчас попробую мини-бургер. Давай, блин. Саша, смотри. Как? Сейчас, подожди. Вот у меня такая желейка была. Я что не могу рубашку? Вкусные такие, бургеры. Ты сможешь? Не получается, я уже не рубашку. А я съела. А, мне это слишком понравилось. Ты потом, ты можешь отделить и все. Да, мне понравилось вот это. А мне сосиска. Мне бургер. Я взяла вот это. Откуда? Ну, короче, все. Кому понравился челлендж, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Да. Всем пока-пока!